26 марта американец из Миссури с друзьями приехал в курортный поселок. На следующий день компания планировала восхождение в горы. Однако в ту же ночь студент пропал. С собой Колин не взял ни мобильного телефона, ни даже верхней одежды. Сегодня утром его нашли мертвым в лесу, недалеко от метеостанции. При нем были документы и кошелек с деньгами. На поиски в Аршан приехала даже мать пропавшего студента. За любую информацию о сыне она обещала 100 тысяч рублей. Переводчиком зашли, хотели позавтракать, кофе заказали. И тут позвонили, сообщили, видимо, что нашли Колина. Переводчик спросил, где будет опознание в морге, или где, видимо, их позвали на опознание. И он спросил, где будет опознание в морге, или где. Ну, что-то им ответили, они быстренько убежали. Опознали, все. Я разговаривала с девочками с нашей фельдшерского пункта. 4 апреля в ходе непрекращавшихся поисков в горах в полутора километрах от окраины поселка Аршан было обнаружено тело 25-летнего американца, который бесследно исчез неделю назад. На месте происшествия тело иностранца было осмотрено следователями. Повреждений на видимых участках тела не обнаружено. Колин Мэдсон прибыл в поселок Аршан из Иркутска для отдыха совместно со знакомым соотечественником и двумя иркутянами. В течение дня их компания употребляла наркотическое средство. Спиртное не распивали, конфликтов среди них не было. Сейчас следователи ждут результатов судмедэкспертов, которые установят точную причину смерти. По предварительной версии, Колин замерз. Расследование уголовного дела, которое возбудили по факту убийства, продолжается. Юлия Пермякова, Даржи Чайдопов, новости дня.